Все титан на серваке. А, да, вижу. Так, если что, я готов. Так что сейчас, если титан зайдет в Discord, то можно ехать. Все, без угла, поехали. Я кидаю. Куда едем? Куда поедем? Ну давай тур погнали. Тутор. Окей. Так, вижу, титан зашел. Здорово. Привет. Принять. Все, всех вижу, все тут. Так, БХМ4, Porsche Concept 918 SRS. РСР. РСР, да. СРС. Да, это я там это. Ай, по привычке, как модель Sony называю колонок. Только он в начале все время говорит «Ран-тан-тан!» Need for Speed картон. У меня еще 800 тысяч осталось до R33 Skyline. Кстати, как Ну машина я его ведьма? купил, кстати. Ну, я знаю. Как он тебе? Мне неплохо. Но он больше в класс Б придет. Чем куда? Чем в А-класс, там его всякие Porsche 997 будут дергать, или тот же Huracan. Он сейчас наравне с этим, со Скайм, который фикшены. Ты опять остаешь? А Спайдер я даже не хочу покупать, он мне что-то вообще не нравится. Мне вот он еще не очень нравится из-за того, что его в Most Wanted во всякие моды запихивают. Он там как-то стрёмно выглядит у меня. Такое отвращение какое-то к нему. Да-да-да. Так что, а Скай что-то глянул, мне он что-то понравился. Да мне еще Саня сказал, что на него есть там нормальные обвесы. А у кого сколько денег? У меня 140 косарей всего. У меня тогда было минус 750. Я серьезно, у меня там минус был, оказывается. Я думал, почему я не мог ни цвет поменять, ни это купить. Смотрю, там недостаточно средств. Я думаю, какого хера, у меня же там 700 рублей-то еще осталось. В итоге я выхожу на своем сраном кёнинге. А тут минус 700 с чем-то. А я тогда тоже помню, асики 3 ляма, короче, скинул, потом какую-то тачку начинаю прокачивать. Ну там, золотые детали ставлю, там все у просто меня максимум вот... ставлю. В мир выхожу, у меня смотрю, минус это. Сколько там у меня? Минус 700 косарей. Я такой. Нихера себе. Так честно, будто ты неудачно в поле чудес сыграл. Так вот. Сразу банкрот нахер. Блин. Пришлось раза 4 World опыта драны ехать.
Блин, вчера даже не поехал на сраный воротлуп. Я мог бы еще денег поднять. А тут на туториал там чуть поменьше, а вообще херовая цена. Это только на Рокпортлуп. Не, я скажу наоборот, что на Рокпортлупе там самая оптимальная цена за определенное, ну вот за то время, за которое ты едешь на Рокпорте. Там 70, 90 или 80 тысяч только поднимает. На Ворлдлупе ну, там за, 150-200 скажу, штук. На, получается... Ну, это такой себе. Особенно за 15-14 минут. В погоне класса S там можно, если все правильно делать, там можно за 6 минут тех же 200 косарей спокойно нафармить. За одну погоню. И только да, если... Можно... Ну, говори, говори. Только если брать погоню А и С класс, а не вот эти маленькие. Хайдстейтс и Underground. Они там вообще где-то ну, поменьше. Ну да, маленькие-то они нахер не нужны. Ну, желательно, конечно, погоню класса С. Там просто копов побольше. Ну и чуть трассы подлиннее. И вот копов побольше, трафиков поменьше, и что еще там дополнить надо? Не-не-не, ну трафика я бы не сказал, то что поменьше. Не, ну если с тараном тут если... всех так дубасить, то да. Ну это да. Не, ну если вот топо ехать, то там вообще полное мясо. Да и брать там надо машину, только летает, если у тебя этот... Я чё, первый, что ли? Ну ты меня обогнал просто, блин, я по телефону говорил. На дорогу не смотрел. Да я вон, как обычно, вообще на расслабоне еду. Не, мне почему... Надо первым либо вторым, либо третьим, хуй знает. Я просто, я ачивку ещё на Порше выполняю. Ты бы еще видел, как я мастера обошел. У вас там что-то пробка, что ли? Призраки, юзу эти. Бля, я никак это бэмбо не могу обогнать. А, выехал у Титана. Кстати, Никит, что там за стрела-то все-таки? Расскажите мне поподробнее, что там у вас вообще происходит. Да фиг его знает, эти, блин, шоколада, как всегда, балуются. Я в чате что-то писал, да, ты говорил, там, типа, какая-то мелкая команда нас что-то вызвала куда-то погонять. Да, ну, блядь, Вуди, Сева и Алекс, они, конечно же, пойдут гонять. Они за, блин. Ну, такой, ну, хорошо, идите, гоняйте. А, я, кстати, там еще видел, типа, Алекс пишет это, типа, не нужно недооценивать соперника. Да я просто говорю, блядь, если хотите, типа, погонять с ними, блядь, диктуйте свои правила, потому что они хотят с вами катать, а не вы с ними. Кто они, блядь, такие, нахуй? Это там на дне списка, блядь, сидят. Ой, пончик, привет. Я чё, всё-таки, ё-моё, я на такси хотел пролететь, а этот баран мне этот... Оп, Титана догоняю. Ну, я там на поворотах и бусты заюзал, так что тут ясно дело, почему я вас догнал. Ну ты ясно делал.
Ты уже трубы там раскидал. Какие трубы? Сайт. Там слева... Не, я на трубу не заезжал вообще. Ну, значит, ты остановку сбил, а куски туда полетели. Синхра. Кто мне там? А, понятно. Сейчас, через стену. Кстати, дауншифт тоже есть на 918, я заметил. Сам сбил ловушку, в итоге применил призрака. Да сзади таран, я вижу, я думал, сейчас меня врежутся. Бася еще обогнал. Бася? Да, Бася. Ой, как меня только не называют. И Барбосыч, и Бася. Барбос! Что? Чего? Все, вот. Тебя Барбоса назвали? Да, было такое, да. Ну, и сайт, ладно, это понятно. Ой, господи, как мне... Да-да-да-да, вот он наверняка тебя могли бы они так назвать. Ой, меня занесло! Yes, я первый. -3, yes. А, yes, -3. Каким образом тебя так унесло? Я сам, конечно, когда этот поворачиваю налево или поворачиваю направо, я задену кусок металлома или там, не знаю чего, мне сразу раз резко в кювет унесет. Да-да-да-да-да, заносит. Вот. Ну, ребята, я сейчас на минуту две отлучусь покурить. Ага. Ну, давай. Я уж сам не знаю, что за проклятие у Пагани. Ну, это, конечно. 150 или 120 тысяч здесь только. Я 155 получил. Я 149. Ну, хотя неплохо так-то, я скажу. Потому что я, получается, что... вчера мы с Настей фармили. За 19 минут мы получали по 120 косарей всего. За 20 минут почти. Ой, это, конечно, жопа полная. Ясно. А вот ты, кстати, вот говоришь насчет этого, то, что знак сбиваешь, у тебя сразу начинает заносить. Ну. Я, короче, таким образом на кантри ехал, короче, ну, не трос заюзал. Мы там с этим, с Вудом тренились. Вот, я, короче, нитрос заюзал, у меня, короче, на отсечке, если, ну, на максималке с нитросом, у меня, получается, хуракан долбится в отсечку, и когда нитрос заканчивается, он, короче, его, как-то, я не знаю, он начинает дергаться, и его начинает заносить. Я, короче, в этом заносе на повороте проехал на максималке. Как только у меня нитрос закончился, я просто в повороте на максималке летел, я вообще охерел. Это вообще было просто читерно. Это, в общем, как бы можно использовать даже в гонках. Ты представляешь, просто поворот в 90 градусов. Ужас. Ты его проходишь на максималке просто. Ты на миникарте сразу улетаешь от чела. Слава богу, я, конечно, в свободных гонках не гоняю, но меня всякие репорты не кидают. На что именно? Так, может, что-то, да... Развалюхи возьмите какие-нибудь?
Для день. К примеру, от С до D класса. Размечтался. Не-не, я одну гонку вот это приглашу. Она будет покороче, и это кольцо. Ну, у меня в D хватит сейчас только смарт. Я там лишние тачки продал. Чтобы да это, у меня чтобы скай купить. Лежат парочку лишних из этой из коллекции, но продавать не хочу, потому что ачивку, может, будет от накоплю. Выпало сначала Супер Снейк, а потом выпал Кёникс Акелит. Чё, готовы? Так, чё, мы этот тор снова едем? Или нет, на короткую? А, F1. Dodge Charger. Porsche Concept. Концепт. Блин. Сбер, что, блядь? Да, я работник Сбербанка. А, ну ясно. Чё, ты смарт взял? Я просто не смотрел. Ну да. Понятно. Камикадзе такой говорит, бери какую-нибудь тачку класса D. Я такой, окей, поедем какую-то короткую трассу. Сейчас я вас дерну еще. Да эти два бобиса нас дернут быстрее. Да я не могу, у меня вообще все зависает. У меня 10 FPS, охереть просто. Капец. Я что-то сразу вспомнил видос, там где тип, короче, берется этот монитор, блядь, на свалку выкидывает. Вот эта тусатая бедка. Кто там за мной едет? Титан Квест. Я за 918 еду. Нифига себе. Вот только меня не протарань. Ну нафиг. Ну нахер. Ну нахер. Отец! Ну ты видел, видел! Ну ты видел, видел! При любой непонятной ситуации просто говоришь на так, ну нахер. Да там просто F1, блин, с нетрухами, таранами, я такой, блин. Лучше я пропущу. Не, я... Я вас не догоню, у вас максималку жмете. А, это круга кольцевая, нифига, я думал, это спринт. А ты хоть знаешь, что это за трасса такая? Кемптон Докс. Ну и чё? Мне не о чем она не говорит. Может, Кемптон? Может, Кемптон. И тачку видел хоть у меня? Нет. Знаешь, что посмотрим. А, ну это этот, карбон, насколько я помню, да? Угу. Территория Энджи, из карбона. Вот. Энджи, да. А я как раз на Е-тачке еду. Кенджи, Кенджи, хуенджи. Территория Энджи. Вообще хотел тут... Как тебе объяснить? Вообще хотел тачку взять этот... Челленджер, вот этот. Ну, либо Хелкат, либо Концепт. И перекрасить ее в черно-красный цвет. Жалко этого, как его, Хелката нет в дрифт-спеке. Ох, я бы на нем пораздавал. Ай, блин. Под музыку Дон Омара, да? Да. Как он мы с собой тогда на это? Тоже на чарджерах ехали под Доминика Торетто. Под музончик из Форсажа. Ну я хоть третий. У меня почему-то смарт не набивается вообще нисколько. А сколько ты вообще набираешь, по сути? По максималке? Или ты имеешь в виду по достяге?
Так, чё там? Где смарт, блин? Я вообще не вижу. Вот он, поди, а кто отстал? Ой, блин, боже, как ты на этом отстой едешь? Мне вообще кажется, вот на этом чарджере надо стоять на этом, на Чайнатауне. Или вот дрифт спекул загнать просто. На туре дрифт спек сделай, там, как бы, смотри, вот код, когда прописываешь, он и на дрифт спеке, и на обычной машине, короче.